Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала. Савеловский вокзал, 6:30. Договорились мы с Сашкой, с бомжиком, встретиться, купить билет. Вот, нахожусь в поиске данного гражданина, а пока безуспешно. Идем на базу. Вот, представляете, ребят, пришел на базу, никого. Это уже, в принципе, радует. Хоть чем-то люди занимаются. А то последние дни, ну, сегодня погодка позволяет, то последние дни они прям здесь зачахли, бедолаги. Холодно, дождь, сырость. Так, позвонил мне Санек. Я ему звонил, он недоступен, смотрю, появился в сети. Набрал его, сидит где-то на остановке. Как я его не заметил, с каким толстым. А, с толстым, наверное, с Ромой, который брянский. С пауком, с Жориком. Сейчас мы их найдем. Так, билет я смотрел на 29-30 свыше трешки, на 1 число 2700. Берем на 1 число, чтобы нам уложиться в 6000, купить продукты. Там ему, наверное, еще, ну не наверное, а точно, ему ехать еще от, я не знаю, сколько денег там ему надо, от самого Архангельска до своего села, до своей деревни. Вот поэтому ему наличных там сколько-то, 300-500 рублей надо давать. Так, а кто это у нас здесь сидит? Губа? Не губа. А, губа вон сидит. Подойдем. Да, но тебе это не грозит. Это ему нравится, а мне нравятся другие варианты. Ну, а что тебе там в этом, в доме? Я сейчас не могу, у меня сейчас первым делом, я сейчас встречаю бомжика, подожди секунду. Мы билет купим ему, а потом, если что-то останется там. Да, он предупредил, что он тебя ждал, что это из-за этого. Да, он где-то на остановке там сидит, все правильно. Вот не поверил, в суде, как будто все... Как нападет, ну как мандили. Ну папки у них, ну в общем. Это ты про что рассказываешь? Отобранные, да? Про... А ты как будто не был там на этом суде. Там все проходят, блядь. Про тебя-то вообще отзываются нехорошо. Вчера ролик вышел, где вы там в подъезде с Варсаком тыкались. Не, Костя, Кость, это была вода. Да. Тема не позорь. Глюкоза. Я бухарик, я не больше не будет, да. Беспредел. Глюкоза. А что, а где все с базы-то? Я зашел на базе никого. Отдыхают. Загоняют, скорее всего. Нет, они ищут. Нет, ну почему у нас? Харчи-то у нас хватает. Мы принесли нормально сегодня все. Харчей там хватает. Бухла, я зарабатываю по-человечески. Если кого-то... Бухла, сигаретки он у вас, да? Я покажу, как я зарабатываю, что. Если играть манзурку я не смогу. Давай вот эту, последнюю, которую ты играл сейчас. Давайте я попозже к вам подойду, потому что мне надо найти этого Сашка. Купить билет, чтобы у меня душа была спокойна. Он документы взял. Да, вот это, Сань, мне все равно. А что ты там не остаешься тут в этом, в доме-то? Да я боюсь, если меня не примут, честно. Как без не огорчусь. Не, ну ты там был, в доме, где все с черным были? Нет. Я к Сереге ездил. К Сереге ездил? Как я могу с ним поехать?
Получается, я его кинул. Понимаешь? Сереге все, наверное, я не знаю. Ты пойми меня правильно. Я... Мне, во-первых, стыдно перед ним. Это все понятно. Вот знаешь, я честно сказать, легче, чтобы он мне ебло приехал, набил. Да нахуя оно надо? Забрал меня. А? Носки. Носки? Я же принес вам, куда ты делал, блядь, 4 пары, нахуй. Это не я. Раздали все. Все раздали. А, он беленький. Раздавали. Попали, блядь. Зай, блине раздавали. Там еще на хлебников дохуя было. Пока нету больше. Прости, Господи. Не, ну одни я тебе могу принести попозже. Свои отдам. Честно, да. Я хочу все. Позвони мне ноги. Но я боюсь. Сейчас? Можешь сейчас позвонить, съесть. Да возможно, съесть. Я живой. Сейчас позвоню. Я живой. Зато я могу к Сереге сейчас поехать. Прямо сейчас. Только я боюсь, что он меня. Только у него МТС. Да пофиг, у меня безлимитный. Ладно, сейчас позвоним. Здоровья. А вон я вижу Сашочка нашего. Сейчас прям здесь на вокзале и купим билет ему на 1 число. 2 700 там с чем-то стоит. Санёчек, здравия желаю. Как ты? Учимся. Куртку поцарапал уже, да? Все. Арматуру. Даже вон. Здорово. Нормально. Все, документы при себе? Так. Вот все, вот здесь, вот. Газет набрал. Не, паспорт, паспорт самый главный. Газет набрал. Самый главный чтобы паспорт. В дороге читать. Все здесь, вот. Вот, смотрите, вот. Ага. Все. Все замечательно. Ну, прям сейчас и здесь на вокзале на, этом, на да. Второй этаж поднимемся или на третий, на какой? Да. Ты что, в любую сторону, что ли, можно брать? В любую. РЖД. РЖД, какая разница. Куда-то. Короче, это, Саш, на 30-е там дорогие билеты. Берем на 1-е. Завтра. На 1-е берем. Ну. На 1-е число. А 1-е что у нас? 1-е суббота будет. Суббота. Да, 7 четверг. Да. На послезавтра. Послезавтра утром тебя на машине я отвезу на Ярославский вокзал. Посадим. Сумку я завтра соберу вечером. Побегаю по магазинам. Я сейчас на работе, особо мне некогда. Ну, я понял. Вот. Пойдем, бери паспорт. Пошли, купим билет. А? А, ну покури, покури. Да, покурим. Че, чем сегодня занимались? Да, чё? А где что-то на базе? Нет никого. Где Аслан? Нет. Нет, Костик вон с губой сидит. Слышь, а, Саш, да. Этот козёл, чёрный, пидор, опять ёжиком стал. Каким ёжиком? Курить наркотики. А. Слава, хоть не курится. Ну пусть курит, ну их нахер. Курить стал. Аслан, они шушли. Аслан, улыбаешь. А куда? По делам? По работе? Да, а. По работе. По магазину. А черный, я когда уходил, черный там оставался? С губой они сидят вон там, где парикмахерская, где ломбард. Да. Как сильно ты работал, кстати? Нормально. Не выспался только ни хрена. Опять до 2-3. Пол-7 встал. Сань, да. Сань. А. У меня денег нет на телефоне. Вчера грузил мне звонить, ты только сможешь. Ну, я тебе позвоню. А в дорогу поедешь, мы тебе закинем там копейку. Ну. Тебе же надо это, кстати, у тебя с Архангельска сколько еще ехать? Или проезжает мимо твоего дома поезд? Моего дела. Я не хочу в Архангельск.
Я хочу к себе домой. Я понимаю, но поезд проходит через тебя? Конечно, да. Ты знаешь свою станцию, да? Да. Все. Я знаю. Как это? Что ты заблудился? А они по билетам проводницы будут? Я всех понял. Будет. Понял. То есть тебе раньше выходить, чем Архангельск? Да, мне желательно. Это, Санек, картошку сухую уже, знаешь, есть эти вот. Ну, запарики. Да, да, запарики. Да, да. Ну, чтоб дороги, мне же ночью ехать. Соберем. Вот. Как раз кипятовый всегда есть. А что, пол восьмого уже дома буду, как ты говорил, Санёк. Да. А во сколько у меня поезд? 10:05. Вечера? Нет, утра. А почему утра? Ну, сутки тебе ехать, остальные тебе неудобно получается. Ты приедешь туда утром. У тебя хоть будет возможность там с, это, со знакомыми встретиться, да, туда-сюда. Да, да, да. Они... Лучше утром приезжай. Да. Чтоб ты всех нашел, кого тебе надо. Электрика, шмелектрика там. Лампочку себе купишь. Вот это вот тема. Но. Как правильно. Но. Вот в 10:05 ты здесь сядешь, а там будешь... Это до Архангельска он едет, 8 с чем-то он в Архангельске, а тебе выходить раньше. Да, намного вот. Раньше. Ты часов в 7 приедешь утра. Да. Второго, прям на Пасху. О. Да. О, правильно, да. На праздник. Да, на праздник. Как раз все будут добрые, нальют тебе там. Да. Яиц надают. Самогонки. Главное, чтобы не по яйцам надавали. Самогонки дадут. Самогонки долбанешь там архангельской. Да. К нам когда приедешь теперь? Ой, не знаю, я там ягоды торгую, Сань. А, ну это до осени, короче. А если твоя откинулась, то не приедешь вообще. Я понял. Ну, позвонишь. Да. Позвонишь. Я скидывать буду. Угу. Номер у меня запечатлен твой, на телефоне. Я скину, а я не знаю, как там скидывать. А это вот хотел спросить. Если я симку там свою куплю, эту билайнскую, ну, на деревне, на почте надо брать. Ну. Свою. И как мне в Москву тебе позвонить? Возьмет? Я тебе напишу на листочке, блокнотик тебе подарю маленький. Ага. И в блокнотике запишу телефон, перепишем с твоего телефона все номера, какие тебе нужны. Вот. И оттуда там уже свою симку купишь. Или перенесем их в телефон, в память телефона. Не на сим-карту, а на память телефона. Да, любую симку будешь вставлять, а номера будут оставаться. Уже там скучно, хоть по телефону, вот с кем-то разговариваю. Ну и нам будет интересно, нам позвонишь, скажешь, устроился, значит, как, чего. Что я тебе хотел сказать? Да. Научи меня, как это снимать. Я тебе хочу. И научи меня, как тебе пересылать. Недорогой. Научу. А у тебя такой с камерой телефон, да? Да, да, да. Вот. Научи меня. Как это, чтобы пересылать? Я не знаю, как пересылать. А пересылать тут надо устанавливать тебе этот WhatsApp или что-нибудь. Снимать-то вот она. Вот видеокамера. Нажимаешь на нее. Все. А это что такое? И вот он, пуск. А, это фотоаппарат. Недостаточно памяти. А, у тебя еще памяти недостаточно. Да, вот оно, видео. А, с телефона я могу снимать? Да, у тебя все останется на телефоне. А ты меня научи вот так вот. Я понял, как. Это вот
Тебе надо, скачивать приложение какое-нибудь, ну, пересылать. А как я могу тебе переслать? Вот я тебе говорю, чтобы переслать, тебе нужно приложение. Или Viber, или WhatsApp, или Telegram. Что-нибудь надо... Я не знаю, что такое. Ну, тебе надо скачать. Да. Это на... А в самом телефоне никак я не могу тебе переслать? Нет, ну, так не перешлешь. Надо скачивать приложение. Это для пересыл. Ну, возможность почты тебе надо скачать. Так ты меня научи. Научи. Надо было раньше. Ну, сейчас это покажу. Если у тебя там вообще денег нету. Что у тебя там за тариф там серьезно? МТС, Москва. Город Москва. Ну, я тебя сейчас вот здесь научу. Ты приедешь туда, купишь другую симку. Да. И тебе опять все это надо будет делать. У тебя там есть какой-нибудь знакомый, который тебе подскажет? Да, есть. Вот. Вот пусть там он тебе подскажет, потому что когда симку будешь менять, у тебя опять все пропадет. Тебе надо регистрировать на ту симку. Ну да. Понял, да? Да. Вот. Попросишь, чтобы он тебе скачал WhatsApp приложение. Я тебе позвоню, ты как. Мне это, ну, позвонить. А ты-то меня дозвонишься? Да. Это возможно сейчас такая, да, есть. Как? Какая возможность? Вот, например, вот ты в Москве, а я там дома. Ты эту симку не выбрасывай, пока не купишь новую. А когда новую купишь, я тебе в блокнотик запишу свой номер. Ты прям сразу, как симку ставишь, сразу мне отзвонись. Саш, я поменял номер. Все. И мы с тобой разберемся с WhatsApp, со всеми делами. Все, бери паспорт. Я, ты долбануть хочешь. Давай, потом долбанешь, да? Да, потом долбанешь. Да, на вокзал сходим. Твой номер у меня есть. Нет, не номер, я номер карты. Карты. Да. Номер карты, давай я вот это куда-нибудь в блокнотик запишу. Вот. Ну ты рад, что ты домой поедешь? Ой, конечно рад. Я там бизнесом займусь. Бизнесом? Ягоды буду торговать, скупать и торговать. Нет, я сфотографирую. Вон мы сейчас всем покажем. Да. Сашок наш едет в Архангельск домой. Кому будет интересно. Вот его карта. Кто пожелает помочь Александру устроиться там дома, перешлите, пожалуйста, на его карту, кто посчитает нужным. Вот, видишь, как... Может быть, ребята тебе еще помогут там, когда туда приедешь. Короче, берем мы на 2 число, потому что на 1 и на 30 нету нижних мест. Берем на 2 число. Да. 2. 10:05. Отправление поезда с Ярославского вокзала. Билет берем здесь, на нашем любимом вокзале. Савеловск. А там я буду голосовать опять в вагоне. На 1. Кто 2 займет, он мне будет говорить. Да, это вот здесь постель. Ну, конечно, естественно. Постель. Так, вот мы за этим мужчины. За оранжевым. Вот с 3 этажа Савеловского вокзала. Такой ракурс вы еще не видели, наверное. Ты приедешь 3 утра. 3? Да. Ну, как раз равно праздник у нас там будет. Ну да. Я сам сделаю. Чай у тебя там, да? Да, у меня чай. Чай, ручай.
Добрый вечер. Девушка, нам, значит, на 2 число, на 10.05, Москва, Архангельск. 2 мая? Да. До Архангельска? Что? Едем до Архангельска? Нет, едем до... Вот, по адресу. Сейчас, подожди, по адрес. Стой, молчи. Уфтюга. Уфе. Уфтюга. Поселок? Да. Да, это поселок. Станция как называется? Подождите, а поезд туда, в поселок, не идет? Станция, ну, как вы называете? Станция как называется? Уфтюга тоже. Станция Уфтюга. Уфтюга. Есть такая? Конечно, есть. Я нету. Когда я еду, 100 лет уже брал у них билет. Уфтюга нет такой станции. Станция какая? Ну-ка дайте мне паспорт. Дай. Это поселок. Может, еще поезда будут по всем деревням ходить? Да, будут. Обязаны останавливаться. Устья, может быть. Нет, они сами разбирали. Они там... Саня, ты свою станцию не знаешь. Ешкин, вот это. Пролетом. То живу, то не живу. Я торгую там ягодами. Куда, как на вокзале написано? Что на вокзале написано? Куда ты приезжаешь? Уфтюга. Написано Уфтюга. Вон, можешь паспорт посмотреть. Да при чем тут паспорт-то? А в паспорте все есть. Прописка моя. Прописка. Сань, подожди, сейчас разберем. Да, сейчас. Это, ну, не Уфтюга, ну, я не знаю, мне... Давайте я сейчас, девушка, по интернету, по карте посмотрю. Ребят, уточните, как, да. Как бы город или поселок может... Давайте, давайте сейчас посмотрим. А на самом деле... Ну, Санек, пойдем, посмотри. Как ты не знаешь, блядь, твою станцию, куда ехать, ёб твою мать? Нет, не станцию, это не Уфтюга, а Юг, это по-другому говорят. А, ну вот, ты не знаешь, так и скажи. Не знаю, сейчас не посмотрим. По-другому. Комедия, лапа отдыхает. Какого там живешь, в деревне, какого блядь? Я подхожу в кассу, он говорит, я не знаю такой станции. Уфтюга. Уфтюга. Ухтянский это... район. Саня, а ты понимаешь? Надо же тебя отправить. Саневский вокзал, скажи сразу, блядь, я обратно. Я с Ярославского вообще-то, помнишь, уезжал с Ярославского. Ну, с Ярика, да, так оно и есть. Я уезжал. Докуда? До себя, до дома. Архангельск, где Архангельск, где? Ты мне скажи, я да про ему... Архангельск только поперек знаю. Ему не доезжая Архангельска еще, да. три часа не доезжая Архангельска. Я на Столбовой там жил. Ну, ты на Столбовой, а я Устьянский район. Устьянский. Знаешь такой? Конечно. Я увеличивал карту. Кизьму хоть нашел. Блядь, закинула нахуй. Не, ладно. Он кизьму еле-еле нашел. Я ухуси, давай дотянул. Вот если вам сейчас переведут 500 рублей, вы мне наличку можете дать? Не, у меня нет налички. Мне тоже на карте. Короче, давай, блядь, угомони свои таланты, блядь. Вот это укатал я сейчас на Савеловском, блядь. В городе Москве. Да нормально. Как здоровье? Ну как видишь. Сто лет, извините. Что? Санек, а ты там... Ай, блин. Ты сейчас что, прямой у тебя? Не, так, запись. Запись. А, запись. Санек говорит, буду ягоды собирать там продавать. Ягоды продавать. Мизинец летает, мизинец.
Архангельская область. Я там был. Везде. Но. Там тайга. И что, там где будки есть? Да, там вот типа, абсолютно, там вот типа. Не охотничьи. Там вот типа Савеловского вокзала. Там немножко похоже будет. Будет лес рубить, воду там, блядь, набирать. Хуй, блядь. Да, да. Да, так оно и есть. Я просто... Санек, а как ты не помнишь, как ты ездил домой? Я не вообще не помню. Как Ярославки. Ну, понятно, но до дома у тебя не доезжает поезд. Тебе еще ехать. Это у них почему-то не доезжает. Архангельская там, хули, блядь. Вот, с Архангельской или с самого, блядь. Вот Валерий, ну ты понимаешь, центральная железная дорога и ветки, отходящие от нее. Нет, там и станция есть. И там ему от центральной железной... Ты меня слышишь? Ему от центральной железной дороги 5 часов еще ехать. Я через Конышу. Ну это Чурково, не образован. Ну. Через Ярослав еду. Через Конышу еду. Я тебе говорю, за сам Архангельск, где я был, я говорю, вот там я был в Архангельске, и там вот станция. И там Северодвинск, Новодвинск. Садишься, там 40 минут езды, да, блядь. Да. Что за Северодвинск, да, что за Новодвинск. Да, и уже там, да, я вот так. Я знаю ветки, что так. Да. И там вот, когда в Северодвинск едешь, и там вот... Вот с левой стороны, с правой стороны у тебя там подводные лодки прямо видно. Да, да. А откуда ехать? С Архангельска. Нет, автовокзал. Нет. Я с автовокзала уезжал. Нет. Ну это 95-й год. Это 1005-й год. Блин, где мы ловим? Где, блядь? Морской речной вокзал. Ну, а, да, речной вокзал, да, сейчас напомню. Ну, это вот. В 2005 году я там был. Ну, вот, ты там был, речной, морской вокзал, я все знаю, весь Архангельск. Молодец. А сейчас я не знаю, как. Блядь, флага нету, блядь, руки, я тебе сейчас флаг бы дал, и на руки барабан. И пирожок. Хуёк, да. Аромат. Не, хочешь пирожок? Пойдем попьем. Не, хочешь? Нет. Ну, не хочешь, как хочешь. Я тебе предложил. Домой хочу, да? Да, домой. Все, Саня. Если завтра он возьмет даже на завтра билет. Не на завтра, на второе я беру. А что, на завтра нет? Нету нижних мест. А нижних мест нет. А я блатной ведь. Я же кожа. Пальцы верим, все показываем. Мне нужен нижний мест. Я же кожа. Охуевшая мордашка. Я же кожа. Нахуй мне это пальма. На пальму, блядь, долго ползти. А ты умеешь? Ну, ползти на пальму. Ты с первого сразу пиздаешься, блядь, ебать. Да нет, на первом нормально, столик, все есть. Ну, сразу на столик и пиздаешься, блядь. Нормально. Ну, это что-то с пальмы. С пальмы, конечно, пиздал. Ну, мне не нравится на втором ярусе, не нравится на первом. Возле туалета, да? Да. Ты все знаешь. Я катался, блин, в свое время. Вот туалета, да. Вы вышли, подходите. Мужчины очередь. Я только что стоял. Сейчас подойдет. Это как это, блядь, как его сейчас? Из кинофильма. В очередь, в кинофильме. В очередь. Собачье сердце. Да. Бля, пойдем хоть. Ну сейчас уже давай купим, вот я за мужиком. Да. Уже 3 часа билет покупаю. Я вообще в шоке. Я первый раз в жизни такой. Они не знают, где моя деревня. Да, его надо. Что ж, вот она, сидит нахуй деревня. Вот она, деревня, нахуй. Моя деревня. До этого как-то ездил? Да, ездил. Да.
Ярославского узнал. Помнишь? Что я помню? Я что, с тобой отправлял, что ли? Помнишь? Помнишь? Половина помнишь, я тебя отправлял. Ты помнишь? Да я не помню, бля, потому что я не знаю. Я может, там на оленях ехать, Сань? На собаках. На сплетке. Да. Нормально. Санек, ты... Нет, нормально. Нормально. Ну ты... Ты нормален? Дебил. Нормальный дебил. А вот на где у нас? Контора, что ли? Я ты что с конторой? Так это... А, расскажи, Санек, кто тебе куртку-то купил в итоге? А, это блогер. Так блогер или подписчик? Не, блогер. Какой? Я не помню, как зовут, молодой. Не помню, как зовут. Женю знаю. Ну? Женю. Ну, Женю друг. Женю друг. Ну? Вот он мне купил. Ну, а что ж ты не знаешь блогеров? Это стоит косарь, а кепка 1200 стоит. Нормально. Сейчас еще с него снимем. Пару кепки. Охуенно. На память. Ты сейчас не прямой, да? Нет. Я сейчас кривой. А, кривой. Чего у тебя там? Че ты там ищешь? Ты мне оттуда будешь... Я тебе буду всю дорогу звонить, короче. Сашка мне будет звонить. Все равно информация идет. Я мужиком сегодня разговаривал. Наш снова говорит, Сань, сейчас уже нет. Сейчас уже все напрямую делает. Чего напрямую? Как это напрямую? Если я в деревне, в лесу, и что в лесу, я могу звонить тебе? Ну. А если не возьмет с леса? Ох, Саня. Ладно. Ох, Саня. Курсак, я в лесу потерял. С тобой... А, с тобой горе хапнешь, Саня. Я первый раз такой билет покупаю. Мне кажется, куда-нибудь в Англию легче улететь. Вот твои билеты. Короче, второго с Ярославского вокзала, понял, да? Я тебя провожу. Да. С Ярославского вокзала ты доезжаешь до Коноши. О, это нормально. Да, ты утром садишься на Ярике в 10:05. Приезжаешь в 11 часов вечера в Коношу. Хорошо. А это по сколько? А потом с Коноши в час ночи, то есть два часа там сидишь на вокзале. Ну да, я в курсе. Вот. И с Коноши доедешь до этой... До куда? До Кизимы. До Кизимы, да. Вот твои билеты куплены. Понял, да? Я их оставлю до воскресенья у себя. Ну, да, у себя. Все. Билеты куплены. Это не, документы не потеряй. Не, я в курсе, конечно, нет. Все. Я этому сапожнику оставлю. Сейф закрою, у меня сейф есть. Да, ты сегодня будешь видеть? Да. А это, слушай, Саш, а в воскресенье он работает? Работает. Точно? Да, 9 подходит. Спроси у него, он работает в воскресенье или нет, а то мы не заберем. Пасха будет, понимаешь? Может быть, его не будет. Пофигу, я да? Обязательно завтра спроси. Да. А?
Депортация, да? Депортация в воскресенье. Да, воскресенье. Уезжай. Да. Все, слава богу. Два часа билет покупали. Это караул какой-то. Саня, у меня уши опухли от этого. От голодания никотинового. От никотинового голодания. Так, 3 с лихуем билет твой стоит. Еще я тебе завтра соберу. Это 3 с лихуем, это находит в Архангельске? Не. Нет, в Архангельске. Да его этой. Кишем. До Кизимы. В Устьянский район. Ну, в Устьянский. Что, Устьянский? Устьянский. Что, не знаешь Устьянский район? Кизиму, что ли, не знаешь? Да. Тут вся Москва знает Кизиму, а ты не знаешь Кизиму. В 2005 году, блядь. Я там... Уже, блядь, сколько, блядь? 11 лет, Алтарсон. Ой, кошмар. Слава богу. Темно на улице стало. Да. Дай свои сигареты. На. Не потеряй, доки. Санечек, ты сегодня, ты сейчас отнесешь ему их или уже поздно? Нет. Документы. Он до 8 будет, сейчас сколько времени? Время уже 9 без 20. У себя буду. У себя там не... Я не дарю, я тебе даю прикуриваю. Лариски не сгрызут там твои документы? Ну? Смотри. Сумку завтра, Саня, а то у меня уже башка болит. Ну. Я такой, я куртку не могу застегнуть одной рукой. Не, это понятно, а сумку что? Завтра. Макароны, шмакароны, там, рис, понятно. Сахар, чай. Все тебе куплю. А почему этого не сделать перед поездом? Когда мы будем делать? Вот такая херня будет, блядь, и пиздец. Вот именно, застрял. Ну, но... вот мы билет с тобой, 2 часа покупали билет. Потому что не знаешь, куда ехать тебе. Еле разобрались. Домой не знаешь, куда ехать, ебать, колотить, Саня. Мне, говорит, до Кизима и все, а там она находит. Вы уже сами разбирайтесь, нахуй, где это было, ну, где это Кизима, хуй. В тайге, знаю. Нахуй. Это... Разберитесь, нахуй, будьте любезны. В тайге, нормально. Сам главное, в Кизиме я не был, блядь. Да ты не мог в ней быть, понимаешь, это... Не, Архангельск я вдоль и поперек весь прошел, блядь. Я даже Мизине там был, блядь, в тайге. Да это от Архангельска находится сутки ехать. Да. От Архангельска. Да. Ночь. Вот тебя занесло, и... ебаный в рот, нахуй. Ну. Если я билет покупаю пол пятого. Ну, бля, вот такие косы тебя и заносят, нахуй, бля. Пол восьмого утра я уже дома. Все. Сутки, ночь. Я бы не хотел. Ну, что ты сейчас? А я во сколько там вот приеду, Сань? Сань, ты приедешь, вот ты приедешь утром. Что там будешь делать? Вот видишь, я ночь. Ты в Конаш приедешь в 11 вечера. Ага. Вот, там 2 часа покуришь. Ага. Отметишься и обратно из Москвы. Покушаешь. Да, покушаешь. Сядешь на другой поезд, да, Кишимы своей, или как она? Да, Кизима. Да, Кизима. Отметишься, вот я здесь, блядь. Все, хуяк нахуй. Я в Москву, все, хуяк нахуй и обратно. Да, аппаратная. Приедешь назад, я тебя прибью, гад. У нее нет, приедет, я знаю. Это 100%. Не, ну осенью пусть приезжает, осенью. Да. Я не смогу. Блять, зимой, ебать, а хули зимой? Я не могу, я ягодами торгую. Не, ну хорошо. А зимой ягод до хуя там, да? Там белок много. О, белые, блядь, хуя падает, да. Короче. Белые мухи, блядь, да. Короче, блядь, кусают. Белок много.
Пиздец. Я около моего дома кедр растет, Сань. Один? Да, один. И живет две белки. Все белки твои. Две. Две? Две. Ты когда их последний раз... У меня крыс дома нет. Знаешь, почему? Из-за них. Да? Они крыс выгоняют у меня из дома. Ты одну, наверное, завел такую, блядь? Там, блядь, у тебя ферзя, короче, она хуяк нас все загрызла, блядь, и они все. Они ко мне и под одеяло. Выгоняют, блядь. Ко мне под одеяло залезают. А, греются? Да. Спать. Ой, блин. Я самогона выпью. Так, ну теперь, уважаемые зрители, встречаемся с вами 2 числа. Значит, мы Сашка отправляем утром. Нас отвезут вот эти подписчики на машине. На машине отвезут, да, нас на вокзал. Вот, я поговорю с Володей. Там на бензин кинем ему 150 рублей. И на вокзал. Да. И меня могу. Тебя посадим, да, сумку отвезем. Сегодня пошел я, кажется. Куда? Ты сегодня выложишь? Да. А куда пошел? Все, я поехал, блядь, на Шереметьевское, к Сереге. Че, и пиво не попьешь? Нас не обустишь. Че? Нас не обустишь. Иди он, блядь, заебал ты, блядь. Развел, да? Да, развел. Развел. Все, в магаз, в Бристоль. Отметим этот билет. Да. Обмоем. Да, обмоем. Три часа, блядь, билет. Ох, Санёк. Устал. Горе с тобой хапнешь. Да. Ярославского вокзала легче, блядь. А кто сейчас там на базе-то? Я не знаю, я зашел, там не было никого. Аслан. Аслан и Губа там и... Блядь, Савеловский сейчас, блядь, пиздец, нахуй, обысился в такой степени, нахуй. Ну. Раньше был, блядь, Савеловский. А сейчас это, блядь, хуетает здесь под ногтей, нахуй. Куда идем? Бристоль. Бристоль. Бристоль же, да, Саня? Да, за пиво. Да пиво можно и здесь, и у Петровны. А, она уже закрылась, наверное. Ну ладно. Ёптельмалек, ёптельмоптер. Ты откуда вот такими путями-то? Я думаю, я тебя не узнаю, а? Хитрый какой, а? Для тебя хоть сколько угодно, ёпта. Ты чё, прикалываешься, ёпта? Не может быть такого, сам ты прикалываешься. Ну, бывает. Как у тебя там? Ну как, носите, пойдём. Ебать, мой. Пойдем, это что? Не может быть. Пиво, нормально, блядь, пойдем, что ли? Пиво. Ты что, бухаешь, нет? Бухаю пока. А что у тебя? А у меня пока нет ничего. Подай. Сань. А? Пошли, что ли? Не, пускай здесь сидите. Да мы сейчас придем, да. Пошли, пошли до магазина. У нас в своем репертуаре. А что я в своем репертуаре? Понятно. Маэстро всегда один и тот же. Да.